Всем привет! С вами снова Дмитрий Кузьменко из компании Strategic Music, который занимается созданием русской озвучки для Dota 2. Настало время выпустить 22-й Dota-блог, в котором мы собираемся показать вам, как проходит работа над озвучанием персонажа Королевы Боли или Queen of Pain, которую озвучивает Алиса Судас, но режиссирует запись Катя Кузьменко. Ну что, погнали в студию! Одновременно. А я сказала одновременно. Ну, ты вообще эту фразу не надо. Мне что-то не нравится. Какая-то она кривая. Да. Нет, ты руки верни, только я не слышу, что она тебе микрофон. Это я тут. Да, я понимаю. Чтобы тебе просто показать. Давай вот от твоего крика. От твоего крика будут трескаться алмазы. От твоего крика будут трескаться алмазы. От твоего крика будут трескаться алмазы. Понимаешь, что ты делаешь еще рукой? Ты начинаешь говорить, а ты опускаешь. Ты не только голосом, ты еще и рукой. Да, то есть ты от твоего крика будут трескаться алмазы. Алмазы. Да, вот. Алмазики. Алмазики. Ты до конца. Алмаз, это же самый. Слушайте, я тоже хочу. От твоего крика будут трескаться алмазы. Я думаю, ты скажешь, что я тоже хочу крылья надеть. От твоего крика будут трескаться алмазы! Вот так вот, понимаешь? От твоего крика будут трескаться алмазы! Только не стучи. Хорошо. Дальше. Давай, вопль. Твой вопль будет страшен! Твой вопль будет страшен! Твой вопль будет страшен! Болевые ощущения будут только нарастать! Нарастать! Болевые ощущения будут только нарастать! Ты завопишь исключительно! Ты завопишь исключительно! Окунись в боль! Окунись в боль! Окунись в боль! Так, сейчас ты... Сейчас ты обзавидуешься мертвым! Твой вопль и мертвых встряхнет! Твой вопль и мертвых встряхнет! Тебе будет архибольно. Лучше умри, а то пожалеешь. А то пожалеешь. Лучше умри, а то пожалеешь.